Здравствуйте, я Анастасия Кучер, компания «Электромотор». Сегодня хотелось бы поговорить о циркуляционных насосах DAP. DAP – это итальянская фирма, которая на сегодняшний день предлагает нашему вниманию очень широкий выбор моделей насосов. Я выделила три главных преимущества при выборе насоса. Ну, во-первых, бесшумная работа, малая электропотребляемость, и они очень просты в эксплуатации и обслуживании. Эти два насоса очень похожи, визуально как близнецы, но это две разные модели. Это модель 30, вот это 60. Что мы имеем? Корпус выполнен из чугуна. Корпус двигателя из алюминия. Вал из нержавеющих частиц. Попрошу заметить, что вал оснащен графическими подшипниками, которые готовы выдерживать как высокую температуру без деформации, так и низкую. Он устойчив, сидит удобно. Ну, конечно, вы его закрепите еще. С монтажом придется повозиться. Но если вам нужен монтаж, то наша компания вам может предоставить такие услуги. В комплекте идет по две запасные прокладочки. И, конечно же, книжечка по эксплуатации, гарантийный талон. Если вы уже стали счастливым обладателем такого либо какого-то другого насоса, пожалуйста, оставляйте свои комментарии под видео. Расскажите нам, как он в эксплуатации, довольны вы или нет. И не забывайте подписываться на наш канал. С вами была Анастасия Кучер. Пока-пока!